Спасибо. Пять секунд, дай нам. Звездочка — это хиллер, типа. Ну, звездочка, ты метку поставил. Мирон, типа. Самый интересный вариант и самый сложный. На карт-моде сам. Пожарник сделать. Это прям ачива. Йог? Не, йог даже легче алгалон. Даже по процентам, когда было на фе, люди, которые сделали пожарника, их крайне мало в сравнении с левым. Как здесь в первый день, как выпустили льду, три раза робота понерфили. С 50 до 41, с 41 до 28. Вот выходите. А в какой последовательности бить? Вы понимаете, что не ХМ? Кто второй? Первый сталевом, потом? Изи хэм, что ли? Нет, там хэм один из самых... Ну, сейчас это самый сложный хэм. Он не убивается. Там нужно за 16 миллионов после усталилона. Тебе нужно их слить за 90 секунд. Это 10 тысяч рейдовый ДПС у каждого. 17 человек. Так что... Это, да, два танка. Там одного... Ну, три танка тут вообще без шансов. Там один не сильно бьет его, в основном какой-нибудь протопал. Можно стратрик с щитом кидать. Это трэш. Типа сталилом еще никто не убил здесь, насколько я знаю. В хэме. Я больше скажу, экзистенс даже распались из-за него. Да, в принципе, да.
Феконакса, по-моему, забирали. Чёрт такое. Ну, типа одна из топов. Блядь, ПВП это так легко нахуй, чем ПВЕ, блядь. ПВП легко? А, да? ПВЕ одну тактику выучил, босса убили. ПВП так не получится. Ну, я здесь вообще, блядь, первый раз, но... Учитывая, что в игре уже лет 20, ПВП тоже тактику выучил и все. Да, апнешер один. Так не работает. ПВП люди на месте не стоят, а ПВЕ стоит на месте. Ну, от того, что люди на месте не стоят, классы-то не развиваются. Они меняются. Раньше был сетап сильный, этот... Ретро этот, как у ШПР. Сейчас ШПР почему-то на турнирах даже не участвует. Хотя раньше был 1-1 сетап. Сейчас варпаулы. Ну, уже давно варпаулы. Был сильный декапал. Декапал тоже турнир уже не выигрывает, как раньше. Так что меняется. И это ты чисто про ВТЛК, да? Конечно. Мы же на ВТЛК играли. R1 сетап, кстати, на Пафе во время этого ВЛТК, это РМ. Вот найдешь мне хоть один РМ в топ-1000, наверное, на любой из пираток. Это будут легендарные люди, потому что этот сетап вообще не играет никто. Тут надо держать ренжу. Оно впускает что-то типа искры, которая вешает миликов. Если все кастеры подойдут, то они сдохнут. Там стан и ауешка идет. Типа как в караже. Подождёнка. Я. О, здоровяк. Тратку можно, пожалуйста? Ой, у меня что-то лагает, у вас всех лагает? Прям вот на несколько секунд зависает. Ты даже в Дискорде подлагиваешь. У меня такая хуйня со всего рейда начинается, блядь. Я нажимаю, блядь, на иконку, блядь, тыкаю, блядь, 4 раза, и после этого только у меня срабатывает какая-то способность, блядь. Да, наоборот. Зеркально говорю.
Раз, раз. Мне сейчас все скиллы доты вешают. Что делать? А, по-моему, надо ее просто убить. Если рука правая ее нет, она мертва, играем в босса. Если она жива, играем в руку. Ну, типа она не отпускает нас. Там пиздец какой-то, если честно, я нихуя не понял, но там жопа какая-то. Там не было времени что-то понять, там просто всех хилить надо.
А есть Джекс аккаунт или нет? Понял. Сомните, пожалуйста. Около входа стоит торговец, который их можно прямо делать. Где рыба?
Пафала. Секунду, секунду, кому касты кидать? Какой метки? Так идешь милик. Она же далеко от меня. Или мне бегать? Ну ладно, буду бегать. Да. Ну, если стоять... Смотри. Один босс стоит у колонны слева, вот которая звездочка стоит справа, вот у правой этой. Туда не дотянется 30 метров. Ну, мне не сложно, я побегаю. Самое профитное, ставишь туда ворон один раз, кикает, второго элем. Вар, элем, вар, элем, все. Третий каст, вар стан дает, он станется. Ну там стан сбивается, точнее.
Ну, вроде да. А две синие стакнуть можно? Может попробовать синюю, которая с под большого, ну, с под босса, типа, и с под большого крипа вместе поставить? Так понимаю, они появляются прямо под ними. Нет, ну, я пытался сбить. А нет, если конечно, там, да? Не сбивается, убегать надо от нее. Вроде спокойно стоит. Когда взлетает и начинает спамить своими щупальцами, теряет агро. Сейчас нет, он не взлетает. Он взлетает, когда он остается последним. Да вроде нет. Только с варом должен стоять. Весь бой стоял на мне, ничего не знаю. Секунды полторы примерно. Типа стрелял, он неправильно стоит, слишком близко. Там три сферы на полу начерчены. Каждый босс своя сфера. Все. И даже, ну, и отбегать нужно будет не всему рейду, а одному человеку. Это пара. Либо прожаться, на крайне. ШВ. Ну, либо побег. Ну, Тревент никому не запретили делать. Я сказал на скидку, я по секундам прям не видел. Может, две, может, полторы. Точно не заметил. Перегрузка конституется почти 2 секунды, только если еще на 3 умножить. Вот тогда да, 6 секунд она конституется. От нее вот он, когда он остается последним, он танкуется, допустим, там, где вот желтенький кружочек, и надо убежать, успеть всем оттуда, иначе ваншот на 30 тысяч урона. Если у вас больше 30 тысяч, вы выживете, а если вы не танк, то сдохнете. Все просто. Конституется 6 секунд, времени нормально, чтобы убежать.
Войд, Войд, повтори. Не хилить Вара. Войд, мне кого хилить, Вара? Но я тебя не услышала. Должна одолеть Железное собрание!
Куда? Поднимал, я сейчас лагаю. Понятно. А это что? Это прилив мощи. Это надо сбивать. От нашего моба, от звезды. Надо сбивать. А он не сбивается. Сбивается, стан ему даешь, он сбивается. Протовар ну, сбивает. Ну я спрашивала стан, если давать собьется, никто ничего не сказал. Может это? Просто босса подводить к... Чтобы милики в синем портале били, а то у нас милики без синего портала дают столько же, сколько РДД, сидя с 50% бафом. Не, ну ты просто в берсу упрёшься, это важно. Насколько я знаю, здесь есть берса. Понятия не имею, у меня нет аддона, который показывает что-либо. Еще было 15 минут? А сколько всего времени дается? Это как на Сапфероне. Берса есть, но очень долгая. Да, я заказ понял, просто не ожидал.
А каску МП5 можно по шаманам? Нет, конечно. Нет. Это их ДД.
Беги, малышка, беги! Да-да-да, конечно, есть. Ну, я говорю, я косякнул, там было 2 секунды до стана, я думал, успеет откатиться, а этим станом я сбил не тот каст, и в итоге такая хуйня получилась. Спасибо. Он убил, потому что сорвали игру, а не потому что молнию. Просто сорвали игру. Можешь попросить линкануть их информацию о смерти. Гнидыча точно убил в автоатаку, он его даже в таргете. Вон, тебе танк пишет, что Гнидыча агро забрал.
Ману мне, пожалуйста. А куда, куда ты его ведешь? Нет, он не стоит. Кого Иннер Лаку, пожалуйста. Беги, малышка, беги! Переживет эту несущественную потерю. Да я открылся. Суперзаряд появляется баф, когда убиваешь одного. А, это называется вот этот дебаф, не сняли и взорвали уроном. Нет, это может, если ты откроешь и прочитаешь, там будет написано, что это руна. Не это. Ну, я не знаю, бар там играется, что ли. Барного бармалюку. Вот рунический щит. Да если его не состилить, то вешается дебаф. Уже не будет уже. Можно глыбу прожать просто? Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Кого? Кого? Если кто может, Иннер по бармалюге два кх. Мана осталось. Чего вы бафу не даете? Присты, дайте шимбу. Мана, мана.
Бармалюги ману залейте, то может. Так, у меня одна секунда инет. Пока не надо. По кому еще раз? Понял. Первый раз дольше летал, по-моему, не? Ага. Забагался, он не наносит урона. Да, забаган. Хм, это последнего убивать большого, да? Да, 5 ЖК уже на секунду. 90 секунд, чтобы убить 16 ямок. Нет, 90 секунд это в плане не затаунтишь, там он вешает дебаф, который убивает, даже если ты человека в Далоранте прешнешь. Типа... Да, и он отхилится, кстати, если убьет, не забывай еще об этом. Бой, что, соберем десятку льду? Акула, конечно.
Войт, извиняюсь, но, может, сделаем 5-минутный перекур? Протовары, протопалы. Бисовые кисти на протовары, протопалы пока что. Есть. Ну, на успех, если... если никому не надо, то я за, могу зарулить. Да. Можно упасть вперед просто. Будет перекур, будет?